Домашний томатный сок можно пить в чистом виде или добавлять в коктейли, мясные и овощные блюда, соусы, супы. Трансформировать томатную пасту в сок очень просто, понадобится только вода, соль и паста. Часто в рецептах необходим томатный сок. Иногда дома его может и не быть. Тут нам на помощь придет томатная паста. Очень просто приготовить сок из томатной пасты. Такой продукт не менее полезен и вкусен. Заводской его аналог стоит недешево, поэтому изготавливая сок из томатной пасты, вы сумеете значительно сэкономить. К тому же, напиток ничем не будет отличаться от своих собратьев, выставленных на магазинных полках. Рассмотрим более подробно, как приготовить томатный сок из томатной пасты. Вода – 200 мл. Томатная паста – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Сахар – по вкусу. Черный перец – по вкусу. Количество порций – 1. Подготовьте ингредиенты. Воду возьмите кипяченую или фильтрованную. В воду добавьте томатную пасту, щепотку соли и перец. Хорошо все перемешайте. Томатный сок готов. Очень яркий, с насыщенным вкусом.